На сцене Ивановского театра кукол ожила знакомая с детства история о жизни Винни-Пуха и его приятелей. Спектакль под названием «Жил такой медвежонок» привезли в наш город актеры Томского театра кукол «Скоморох». А знаете что? Мой шарик как раз войдет в этот бочонок. Ты что, я? Воздушные шары не входят в бочонки. Они слишком большие для этого. А, ты, наверное, просто не умеешь с ними обращаться. Я тебя научу. Берешь воздушный шарик. Это другие шары не входят. Наш входит! Главный герой постановки – маленький мальчик Кристофер Робин. Родственники разыгрывают перед ним истории из его любимой сказки о Винни-Пухе. В домашнем театре появляется меланхоличный ослик Иа-Иа, малыш-пятачок, мудрая сова и другие персонажи волшебного мира. Это спектакль для семейного просмотра. И он подразумевает как раз-таки обращение к настоящей семье, где видно и воспитание, где видно отношения родителей и детей, где видны взаимоотношения. Спектакль, поставленный 9 лет назад, равно как и оригинальная сказка Алана Милна, не утратили актуальности и сегодня. Маленькие зрители с удовольствием наблюдают за приключениями обитателей волшебного леса. Время от времени кукольники выходят из-за ширмы, разбавляя повествование веселой песней. Он даже отказался сшивать чертополох, чем вызвал в нашем обществе большой переполох. Что делать с бедным тигром, как нам его спасти? Ведь тигре очень нужно, ведь тигре очень нужно немного подрасти. Главное в этом спектакле – это семья. То есть мы говорим о семье, мы говорим о том, что нужно ценить своих родителей, нужно ценить своих бабушек и дедушек, своих детей. И любовь семьи, отеческая любовь, материнская – это самое важное, что есть. И поэтому вот этот вот герой Кристофер Робин, да, который взрослеет и который уходит, он все равно остается корнями в своем доме, он остается у себя в семье. Помимо истории о Винни-Пухе, Томский театр кукол привез в Иваново еще два спектакля. «Новые приключения Колобка» и «Настоящие бременские музыканты». В рамках обменных гастролей ивановские актеры на прошлой неделе посетили Томск. Мы бы очень хотели, чтобы нас тоже полюбили, как свой театр. И как наши томские зрители любят наш театр. Получится у нас или не получится, это мы увидим в конце гастролей, но мы будем стараться. Уже сейчас можно сказать, что ивановская публика встретила Томичей на ура. Почти все билеты на грядущее представление раскуплены. А кто вам больше всех понравился? Все понравились. А особенно ведь Винни-Пух особенно понравился. Все понравились. Не все. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.